искрометные шутки и раскрепощенная актерская игра. В Кочегу имени Умара Алиева прошел фестиваль студенческой лиги КВН, посвященный столетию Карачаево-Черкесии, в котором приняли участие команды вузов и СУЗов республики. Организаторами фестиваля клуба «Веселых и находчивых» выступили Кочегу и Министерство по делам молодежи республики. Юмористические миниатюры оценил наш корреспондент Алихан Левшоков. 8 команд сегодня дарили свои смешные миниатюры зрителям, членам жюри. Все представители команд являются новичками, так как это первый КВН после пандемии. Каждый из участников клуба «Веселых и находчивых» продемонстрировал свой артистизм и свои музыкальные и танцевальные номера. Организаторы отмечают, что движение КВН начинает активно развиваться и что многие молодые студенты принимают активное участие. Получается, что уже несколько лет КВН у нас в городе не было. Это было связано с тем, что у нас началась пандемия, запретили массовые мероприятия и так далее. И сегодня мы с вами на таком возрождении движения КВН. Команды практически все новички. Поэтому прошу отдельно бурные аплодисменты в адрес наших команд. Предметом веселых сценок и миниатюр стали моменты, имеющие отношение к местному колориту Карачаева-Черкесии. Очень точно было подобрано музыкальное сопровождение инсценировок и показана раскрепощенная актерская игра. Жюри с особым интересом следили за выступлениями команд и подчеркнули, что сегодня необходимо уделять особое внимание начинаниям молодого поколения и стараться оказывать свою поддержку им в подобных мероприятиях. Я безумно рад тому, что в нашей республике это появляется. Я хотел бы сказать сейчас огромные слова благодарности Карачаевскому государственному университету за то, что именно здесь сейчас КВН живет. За то, что он, этот университет, создает стимул, благодаря которому вся республика думает о том, как же пройдет КВН, кто же здесь победит. В итоге победителями стали две команды. Далеко не гуманитарии физико-математического факультета КЧГУ и проект «Ирония» Северокавказской государственной академии. Команды сегодня показывали очень хорошее, достойное для их уровня выступления, но, к сожалению, как и во всех видах спорта или же в том же мире природы, оказался кто-то сильнее. Сегодня помимо нас еще оказалась другая команда, которая тоже была сильнее. Но жюри решили, что будет 2 первых места, 2 вторых места. Чувствуем счастье. Другие команды тоже были хорошими. Но, ну как сказать, они нам не соперники, они нам оппоненты. Следующие игры им желаем тоже удачи. Организатор КВН уверен, что подобные мероприятия позволят привлекать молодежь к активной общественной жизни и популяризации движения клуба «Веселых и находчивых». Алихан Лепшоков, Аслан Герюгов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск.